קודם כל כיף להופיע פה בשעה כזאת, יום חמישי, לברכז בנתניה, קהל קהל שאין לו מה להפסיד בחיים, בואו, יש פה לא אנחנו נעשה את זה קצר, אתם, אותך כבר ראיתי פעם, הייתי פה פעם, מה שלומכם איך אתם? אתם מכירים את הבדיחות, שחקו אותה כאילו זה מצחיק, סבבה? היית הכי טוב לכולם תודה רבה, הסוכן שלי, חבר'ה אנחנו כל אופן עושים את זה, אני אשחק אותה כאילו זיהיתי אותו ואז הוא מחמיא לי, כאילו אתה מבין Окей, okay, друзья, давайте разберем короткий, самый короткий ролик, мне кажется, за всю историю наших разборов. Этого стендап-комика зовут Цах Роках. Мы уже не раз его разбирали. Во-первых, сначала переведем, а потом возьмем отсюда несколько интересных слов на вооружение. Поехали. Ребята, прежде всего, это он говорит, прежде всего, Кодом Коль, Кефлеофиапо. Здесь прикольно, классно выступать, Лео В такое время, в такой час, беша казот. Обратите внимание, что в такой мы используем женский род, шаа казот. Ну, он как бы с таким сарказмом говорит, четверг, йом хамиши, бемартеф, бенетания, в, на чердаке, мартеф это чердак, в натании. <плодисмент> Закагаль – это аудитория. Он говорит про аудиторию в третьем лице, да, как бы, ну вот это аудитория. Кагаль – ше. Эн бахаим. Ну, как вы понимаете, это аудитория, которой нечего в жизни больше терять. Эн малявсид. Эн лома. То есть, смотрите, нет у него что терять. Это нечего терять, поскольку кааль аудитория – это мужской род. В жизни больше нечего терять уже. О, <реклама> oh, интересный момент. Боу. Вот это слово «боу» переводится как, во-первых, дословно «идите, приходите», да, от слова «лябо». В сленге «боу» или «бо», ну, чаще, чаще говорят «боу», когда обращаются ко множественному числу, подразумевается «давайте», как бы, по-чесноку, «давайте говорить, ну, как есть». Ну, мы же понимаем, да, ребят, ну, «давайте говорить, как есть», ну, «боу», вот одним словом. И он говорит, а ну на сайт закацара. Не, мы это сделаем коротким. На сайт закацара, на иврите сделаем это коротким. То есть мы быстренько это сделаем. И он кого-то видел в аудитории, он говорит, отха, квараити пам. А тебя я уже когда-то как-то раз видел, имея в виду на каком-то другом выступлении. Аита попам. А, ты уже здесь был как-то раз. И, видать, тот парень сидит с девушкой, и он говорит, «Машлом хэм как ваши дела, как вы?» А ты макерим это бдихот. Вы уже знаете шутки. Бдиха это шутка. Вам уже знакомы, наверное, помните слово макер. Это именно быть знакомым с кем-то, но это и знать что-то конкретно кого-то. Но в отношении неодушевленных субъектов тоже можно говорить ля кир. То есть вы уже знакомы с шутками. И он говорит им: "Сахку ота тут юд случайно поставили кто-то. за мацхик Ладно, ребят, ну притворяйтесь, будто это смешно, делайте вид, что как бы вам смешно, что это смешно." И этот парень, к которому он обратился, говорит: "Айта хитов Микулан, ты был самым лучшим из всех, как бы из всех выступающих в этом э, клубе или в этом... И он говорит: большое спасибо. И потом говорит: ребят, знакомьтесь, это мой агент. А Сухан Шили, хевре. это уже обращение. Типа, ребята, вот, знакомьтесь, мой агент. Анахнуколь офаос Мы каждое выступление это делаем, ну, типа вот эту вот рутину разыгрываем. А тут, кстати, должна быть ют. Я делаю вид, что будто бы я его узнал. И затем. Он мне отстегивает комплименты. Махми – это комплиментировать, то есть это говорить комплимент. Кому? Предлог ли? Мне. Кстати, от этого же слова есть слово комплимент. «махма -а». Поэтому на говорят ля сот махма, -а», делать комплимент. Говорит, затем он мне отстегивает комплимент. Ну, как бы ты понимаешь, Киро, а там и вень. Гоневли и стрим в мания Манеказы. К тому же, еще 25% у меня крадет этот мудак. Окей, okay, ребят, смотрите. 36 секунд ролика. Большинство слов, скорее всего, вам знакомы. Но я бы взял на вооружение выражение... «Лесахекота». Видите, он говорит повелительной формой «сахкота». Что такое «лесахек»? «Лесахек» — это «играть». «Играть», как правило, в игру. Или «играть роль». То есть, если я говорю «асахканазе», «месахек кадрусаль» — этот игрок играет в баскетбол. Или «асахканазе», «месахек бесер» — этот игрок, актер уже тогда будет. «Сахкан» — «играет», то есть роль какую-то. Но, когда мы добавляем к нему местоимение «ота», что переводится дословно «играть ее», то есть кого, что, местоимение она, ее. И именно ее, неважно, кому вы говорите. Например, я говорю «аним сахекута», там сахекута», сахкимута», «гим Это все переводится как «делаешь вид, строишь из себя, притворяешься». Поэтому он и говорит им первый раз «сахкута ке Играйте ее, как будто это смешно. То есть, ребят, ну, притворитесь или сделайте вид, будто это смешно. Потом он говорит в нашей рутине, анахну, когда он говорит, это мой агент, анахну колофа, кусимедзе, мы делаем каждое выступление, и вот он снова повторяет это выражение. Но сейчас местоимение я. Аним сахекота кеилю зигити ото. Я делаю вид, я притворяюсь, Аним ним сахекота, в настоящее время притворяюсь, как будто бы я его распознал, узнал. Кстати, глагол ЛЕЗАГОТ – очень классный глагол. Это именно «узнать» и «распознать». То есть, если вы идете по улице, наткнулись на кого-то, прошли мимо, а кто-то вам говорит «Эй! что ты не здороваешься?» А ты говоришь «Ой, блин, не узнал!» Только ни в коем случае не говорите «Богатым будешь?» В нет такого выражения. То вы говорите «ЛОЗИИТИ ОТХА, ЛОЗИИТИ!» «Да, я тебя не узнал!» Окей? Это первое. И второе – про глагол «ЛЯХМИ». Бнян, ифиль, корень, хетмем алев. Поэтому что? Молодцы, ребята! Я прям слышал ваши: Тимур, Алеф, не слышно? Нахон. Алиф, как последняя буква корня? Не слышна последняя буква в слове. Поэтому мы как бы читаем и делаем, что, ребята? Мы же все-таки про еврит говорит, а значит про евреев обрезание. То есть мы читаем до последней буквы, не включая алев. Махми. Но, кстати, если мы слышим такой глагол, мы точно знаем, что после «и» должно быть какая-то согласная буква, как в слове «мазмин», «маспик», «мавсик», а тут «махми». Значит, там «алев», ведь ее мы не слышим. И опять же повторю, «ляхми», «ле», кому-то «ляхми» — это как бы делать комплимент, «аль» — за что-то, например, второе дополнение, ну и отсюда же слово «махма-а». «Махма-а» — комплимент, «махма-от» — комплименты. Лягид Махмаут, Лясат Махмаут, Ля Тет Махмаут. Сейчас говорят, давать у Натан Лярб Махмаут. Девушки любят получать комплименты. Девушки, верите? либо бахурот, либо женщины Нашим. Нашим. Оавод лекабель. Получать Махмаут. Нахон мужчина, не забывайте об этом. Поэтому это тоже важное слово. Ребят, на этом все. С вами был Тимур. Если вам нравится такой формат, еще раз повторю. А, во-первых. Есть целый проект, посвященный этому, который называется «Иврит на слух». Ссылочка будет внизу, где мы разбираем ролики чуть-чуть длиннее, чем эти, выписывая все слова предварительно из них. И Б, просто пишите в комментариях. Тимур, что прикольно, давай периодически нам закидывай. А то твой проект вот это вот каждые два дня слушать. А раз в три недельки нам как раз сойдет. Давайте, ребят, жду комментариев. Делитесь этим роликом с тем, кому он был, будет точно так же полезен. Ну или хотя бы сделайте вид сахкота килю, не, не как будто бы вы получили удовольствие. Всего доброго.